секунду, секунду. Давай, давай. Кругом папарацци, так здорово. Ну да, ты хорошо затягивается там. Что ж там, ух, да, Тимофей? Откуда комфорт? За ноги или за руки? За ноги мощнее получается. Значит, у тебя, короче, где-то грудной отдел у тебя зажат. Давай, расслабься. Расслабился.
Поработай пальцами, а тебя руки заболтаешь. Ну, Василия, груди, да, вот так, чик. Что тут больной? Что, еще изображение телевизора? Нет, два еще. Сейчас, Тима, ты хочешь тоже повисеть? Будешь висеть? Да, походу, память закончилась. Да, ну, вот я это и думал. Ну, ладно, что поделаешь. Папе исключил. Все, пошла, да? Да. Ты можешь походить, давай сейчас крутануть пару раз. Надо считать, чтобы нечетное было, да? Блять, сложно просчитать. А что, Саш, покажи ему, пусть посмотрит, как я качаюсь. Может, ему интересно стать. Не, не, он этого боится, на самом деле. Это частенько из-за детьми наблюдал. Можешь так? Вообще может один из человек где-то из 100. Вот я сам знаю, сколько у меня попадает. Вот выкручивать суставы один из 100 где-то примерно может, если не больше. Но вот примерно так. Ни один из 50, ни один из 20. Мне на этой все комфортнее чувствую, чем на той. Опа! Потому что качается. Во-первых, динамика. Смотри как. Да ты чё, солнышко? Ты хороший качели. Так, уводи за балды. Ну там ломается. Где-то у тебя что-то идет, короче, не зажим, не ударился, не спал, не играет. Заряд головы, все, голова напрягается. Блин, ну это на голову не влияет. Ну, дурная голова ногам покойно дает. Ну, есть такое, но это, когда выхаживаешь. Ну, где даже хрустов не было, да?